Тамара Ерофеева выходит на площадку. После трех видов у нее четвертый результат. От Анны Бессоновой отделяет ее полбалла. В принципе, вот сейчас ситуация, напоминающая чемпионат мира, когда в многоборье я нашла на четвертом месте, а затем вышла со скакалкой и забралась на третью строчку. Сейчас эта ситуация уже точно не повторится. Видите уже, как она возвращается на ковер, уже продолжать дальше не хочется. Но вообще, конечно, это рекорд крупных потерь, чтобы столько предметов вылетало за площадку, тем более одной гимнастки. А вообще, кстати, вот если бы кто-нибудь из операторов подал ей скакалку, то за это бы сняли еще полбалла. Сегодняшний день, конечно, уже потерян. К тому же в завтрашних финалах не получится поучаствовать со скакалкой и мячом, потому что финал Гран-при по переписанному регламенту соревнований попадает только одна гимнастка.